Это вечерняя копалочка на болоте. Вот. Здесь я уже проходил весной. Но, дай, думаю, еще разочек пройду. Бабац! Серебряный крестик. Вот так вот. С веревочкой. Кто-то, видимо, нырял усердно. Серебро. Как новенький. Ну, это, наверное, лет 10 назад был потерян. Максимум. Вот такая вот вечерняя копалочка. Начало. Я знаю, что ты скажешь, что так не бывает. Ха-ха-ха! Бывает! Ёпс туды! Гнутенькая! Ха-ха! А весну ведь я его прошел. Я подумал, что это перерубка. Ху-ху! Е, детка! Моя прелесть! Фу! Не зря мне это болотце свербило. Такой думаю, но думаю, надо еще разочек. Тут уже копатели прошли просто миллиард раз. Вот все изрыто, все прям изрыто. Но ты, моя прелесть, остаешься со мной. Здоровая! Фу! Пробище, что надо, стоит. Детка. Вот это вечерок. Ну, это я не могу не задокументировать. Копеечка 1976 года. Мой год рождения. Обязательно тебя возьму. Фу-е. Вот так вот. Копатели. Очень сложно ходить по помойке, просто столько мусора, консервных банок просто немерено. И среди этого вот всего говна выцепить что-то полезное. Ну вот, наверное, напоследок сегодня детский крестик. Люминь крашеный. 90-е. Ладно. Ну, мусора, ну просто немерено. Боже мой, ну как можно так засирать, а? Поехал я, значит, на рыбалку за щучкой. Смотрю, проезжаю полем озера. Ну, пруд, я не знаю. О, дай, думаю, копну. Ну, я не скажу, что оно старинное, потому что вот дамба и коровники вокруг. Щучка подождет, и совершенно неожиданный результат. Думал, грузило. А это? Офигеть. Одна копейка серебром 1843. Идеальнейшее состояние. Как только потеряли. Фу. Щука подождет. Моя прелесть. Да, неожиданный результат, неожиданный. Думал, ну сейчас пробок насобираю. А тут бабац. Красавица. Итак, что у меня уже получается буквально за 10 минут? Копейка, пробка и бабац. В идеальнейшем состоянии деньга, 1748 год. И это вот та грязь поработала. Вот это да. Бывает, выкапываешь прям вообще в нулину все. В болоте. Просто идеальное. Фу.
Самое поразительное не это. Вот деревня находится отсюда где-то в 10 километрах. Чего здесь делают монеты, вообще непонятно. Для меня прямо открытие. Я в шоке. Кстати, переоделся, потому что как-то прохладно сегодня копать. Где золото пока не видать, но это вообще шок. Не, я что-то... Не, я что-то такой копалки не припомню. Ха, две монеты. И... образок крест. Ха-ха. Видно, да? Ну, это я ногой раздавил, конечно. И что-то мне подсказывает, возможно, это серебро. Фух, ёлка. Я просто. Ёлка. Вау! Вот это да! Вот это! Я понял! Это невероятно, но факт. Рядом с опарышами. Блин, ну... Пуговица медная. Ну-ка. Просто пуговица. Ну ладно. Затрудняюсь сказать, что это такое было. Вот. Непонятно. Ну, тем не менее, находочка интересная. И явно не молодая. Уже по второму кругу я пошел вокруг вот этого прудика. И 3 копейки 30. Блин, какой-то год. Фу. Ну, очень тяжело копать в грязи. Просто адски. Фу. Если бы не пинпойнтер, вот, ну, копаться вот в этом, блин, просто вот очень тяжело. Поехал я, значит, за щучкой. Но ветер пока никак не успокоится. Вот тут прошли копатели. Так, трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын. Все, изрыли. Но, дай, думаю, порою. А что тут у нас такое? А у нас тут древняя серебрушечка. Вот так вот. Моя прелесть, ох, ты моя прелесть. Но давно лежит. Ну, очень давно лежит. Просто так давно лежит, что я даже вот такие вот предметы восстанавливаю, ну, где-то за 2 недели. Это в специальном химическом растворе, специальном для серебра. Вот это просто пипец. Это просто вот в ужасном состоянии серебрушка. Просто в хлам. Ладно. Ну, и, кстати, можно не жалко даже песочек потереть. Все равно на переплавку. Что с ней делать-то? С этой фигней. Да, давненько ты здесь лежишь. Давненько. Ну, ладно, посмотрим по следам копателей. Может, еще что получится.
Да. Мощно здесь копатели работали. Прямо кратеры. Ну ладно. Я тоже такой же копатель. Промахиваюсь. Где он? Вот он лежит. Малыш. Люблю крестики. Люминька. Детский. Видимо, хулиган здесь бегал когда-то. Сейчас, наверное, уже здоровый лось на какой-нибудь десятке гончит. Ну ладно, посмотрим. Тут еще немножко есть шансов. Вот чего я не ожидал найти на этом пятачке. Так это телефон. Утопленник. Эх, кто-то расстроился, поди. Лежал вот прям вот в метре от берега. Хорошая мобила была. Копия Nokia. Fly. Ети твою. Да. После телефона с диоптриями очки кто-то потерял. Либо рыбак, либо пес его знает кто. Ладно. Ну, очки, конечно же, мне не нужны, поэтому оставлю их здесь. Какой-нибудь копатель в 2030 году найдет. Вот это красота! Уже почти стемнело. Еду домой, смотрю, лужа. Да и думаю, покопаюсь. Бабац! Колечко. Ну, колечко фальшивое. Спаси, сохрани. Медное. Ну ладно, находка. Так, ну чё? Вот еще крестик зацепил. Но алюминиевый. Но находка. Пойдет. Итак, я продолжаю свою копалку на болотах. И совершенно необычный результат. Прям буквально сразу. Хотя это место я обтоптал, ну прям вдоль и поперек. Серебряное колечко. С пробами. Вот так вот. Думал, проволочка скрученная. Нет, пробы есть. Ха-ха! Моя прелесть. Моя прелесть. Вот такой вот крестик. Материал не ясен. Отверстие есть. Силуэта нет. Возраст и кто это, неизвестен. Возможно, вот здесь была какая-то накладка, может быть, серебряная, которая, скорее всего, уже утеряна. Или кто-то выкопал. Ну, в общем, вот такой вот крестик. Ладно, посмотрим, что дальше будет в этой жиже. Отбросив буквально вручную вот эту вот, вот эти вот кирпичики, были обнаружены 20 копеек 46-го года. Состояние, можно сказать, идеальное. То есть идеально восстановится монетка. Прелесть. Вот такусенький мышонок сидит. Вот он. А сфотографироваться получится?